Приветствую, дорогие друзья, с вами Паркер. Сегодня речь пойдет про мамкиного предпринимателя с накрученными подписчиками на канале, который играет с говном, дурит школьников, ну и в общем просто пиздобол. Вот, ну обо всем по порядку. Итак, начнем с его канала. При канале в 46 тысяч подписчиков его видео набирает в лучшем случае в 3 раза меньше просмотров, а именно видосы с КС, ибо школьникам данный контент более-менее по душе. Если смотреть в случае же рекламных видео, да, с 1 дайс, и того меньше, целых в 7 раз. Для примера, давайте зайдем ко мне на канал, что мы видим. Ну, на канале менее 6 тысяч подписчиков и в среднем столько же просмотров, а то и на 25-30% больше. Ну, а также есть отдельные видео, просмотры которых превышают число подписчиков в 9 раз. Ну, думаю, с этим разобрались, да, поехали дальше. Реклама лохотронов. Да, дорогие друзья, очень много ютуберов пиарят всякие кейсы, казино, блять, всякие рулетки и всякую вот эту блевотину. Ну, наш герой не исключение пиарит говносайт. Сейчас мы будем разбираться, что же здесь такое. Вы будете получать чисто от меня плюс 3% к пополнению баланса. Огромное спасибо, кто заходит, получает халяву, мне тоже с этого идут маленькие бонусы. Ролик. Так, ладно, погнали, кидаем кости, что-то залагал сайт, дайте-ка я обновлю. Да я ебал, ну, нет, этот сайт конченый. Так, фу, сайт не упал. Стоп, а мы проиграли, да, кажется? Охрененно, я даже не увидел, как мы проиграли. Ну ладно, не суть, 21 рубль, в принципе, не так много. Был бы каким-нибудь тупым школьником, я бы уже начал винить сайт, то, что он пролагал и так далее. Именно тупыми школьниками он и считает своих подписчиков, потому что кто еще, как не они, клюнут на такой сомнительный способ заработка. После его роликов я уж прямо вижу, как неокрепший ум, придя со школы, несет на этот сайт сэкономленные с обедов 50 рублей. В надежде, что он наконец выбьется в люди и сводит Катьку из 5 Б в шалуху. Хуй тебе! О, такой! Запомните, в любом казино всегда выигрывает казино, а вы в результате сольете свои деньги. Но Костику плевать на вас. Наряду с третьесортным контентом, который он выпускает, его волнуют лишь... Бабки, бабки, сука, бабки! Сука! Ну и, конечно же, наша любимая часть — это игра с софтом, дорогие друзья. Вот он тут выложил видео, блин. Ну, после того, как я ему написал то, что там жесткое палево, эта хуйта удалила с группы этот видос. Вот, попрощалась со всеми, ну и, наверное, пошел на другой паблик. По многим просьбам, в скобочках, никакой просьбы не было, просто решил слить свой КФГ. Остановитесь! Это же так круто, наверное. Но это не точно. Ну, я не знаю почему, но это сейчас довольно-таки актуальная тема. Это точно. Беров, типа, что-то такое. А, короче, сливаю свой КФГ. В принципе, не знаю, чем он отличается от другого стандартного конфига, но, насколько я понял, он охуенный конфиг. Вот. Ты втираешь мне какую-то дичь. В общем, если вы скачаете мой конфиг, то вы будете самым пиздатышим про-игроком на этой планете. Да ну нахуй! Можете посмотреть, как с этим конфигом пиздец мне летит, сейчас будет нарезочка. Вот с этого момента поподробнее. Ну и плавно переходим к просмотру моментов. В общем, Типуля у нас играет с триггерботом, аимботом и валхаком. Вот, триггербот ему позволяет никогда не промахиваться с ВП, когда моделька в прямой видимости его прицела. Ну, вы знаете, как работает триггер, наслаждайтесь. Да тут ты потеряешься, охуеешь, блядь. Тут даже спаун, блядь, бы потерялся, ебать. То же самое, смотрите, как залипает прицельчик, это у нас характерная функция аимботика, да, все видно прекрасно, как у него залип прицельчик на... бегущей модельки, ну и вот здесь вот вы уже даже без 1/4, в принципе, все поняли. Это я беру с его видео, с канала, смотрите внимательно, здесь вообще галимо, я просто дернулся прицел на модельку, провел ее, давайте еще разок посмотрим. Это просто профессионал, ну здесь как бы ничего нельзя сказать. Это тоже классненький момент на Александре, смотрите внимательно, блять. Просто профессионал, знает куда простреливать, простреливал, видимо, прямо в модельку, смотрите, аж дамага просветила. То есть никто вот в эту, вот именно вот в это место простреливать не будет, это прям сотый момент, смотрите. Он первым делом просто простреливает не по деф, он даже не на дерево перевелся, а на стену. Это сотые моменты, дальше у нас будет аимботик, смотрите, как контролится прицельчик. В замедленном действии. Смотрите, моделька делает стрейф влево, и у него залипает прицел, видите, да, провожает. Скорее всего, что он играет банально с вермой. Да, здесь скорее всего вермиллион, блять, с триггером и все. То есть, в принципе, простой достаточно софт.
Вот, ну, более-менее сеты настроены, но, тем не менее, это все полное дерьмо. В 1/4, блядь, прямо на его канале можно включить замедление и в замедленном действии посмотреть. Ну, а здесь просто мы в первом же моменте, блядь, посылаем, блядь, в пешее, блядь, сексуальное путешествие, нахуй, физику, блядь, распрыга. Да, ну и аэршотики, естественно. Дефолт. Комментарий сейчас вы увидите на своем экране. Пау, пау, пау. Спасибо, ребят, большое, что пишете свои комментарии. Я решил снять еще один ролик по АИМ КФГ. No, God, please, no! No! Клип сделайте, пацаны, клип. Клип студию, пацаны. Что это такое, блядь? Здесь смотрите внимательно, он заранее включил зум, да, и начал всматриваться уже в это место, хотя модельку еще пока что не было видно, она уже в конце только просветилась через смог. Дальше у нас аимботик в действии, я, в принципе, предполагаю, что, скорее всего, что это вермилион. Сейчас будет охуенный момент, сейчас мы увидим, как прицельчик у него залипнет на прыгающую модельку, видели, да, как четко. То есть он угадал прыжок модельки, и сразу же моментально у него прицельчик залип на модели. Еще раз смотрим на повторе. Видите, как подпрыгнул ваш прицел за моделью. Итак, давайте моментик посмотрим с ФАМАСом. Здесь у нас опять работа триггербота, блять, чистой воды. Дальше здесь заранее отворачивается от хаешки, думал, что флеш. Ну и здесь смотрите, под каким он углом выходит. Там наверняка типуля на шифтике был, но ничего страшного. Смотрите, отворачивается от гранаты, думал, что флешечка. Дальше с аимчиком ебашим. Ну и здесь смотрите, под каким он ракурсом выходит. Он точно знает расположение модельки. Здесь чисто преф 100% с Валхарем. Ну и здесь сейчас будет такой момент, что не нуждается в комментарии. Финский дым, ебо. Чисто финский, ебо. А, да, дикий пацан, ебать, сейчас еще одни мега жесткие зажимы будут, смотрите, первого, второго, третьего, и сразу переводит на четвертого, знал, что там четвертая моделька, он ее увидеть не мог. Ну и снова моментики с ВП, блять, он так стреляет с ВП, как Колон в свои лучшие годы, наверное, не хуярил, блять, Нави на Тускане. Здесь чистая работа триггербота, блять. Я две демки его смотрел, блять, он не промахивается никогда с ВП. Просто 100% попадание, если моделька в прямой видимости, он никогда не промахивается. Это просто жесткий, жесткий тип, вот видно, залипает у него. Чисто, ебать. 5 залипания, блять. Давай под знило флешку выйди. Сейчас увидишь, я... Просто винфакт, ебать, раскидка нахуй. Чисто, блять, жесткий парень, видно. Видно, как он двигается, как он гранаты кидает, что-то мясо просто никчемное. Смотрите, как залипает прицел, моделька стрейф делает вправо, прицельчик подзалипает и провожает модель. Чисто еще раз смотрим внимательно. Видели, да, коррекция, ебать. Микрокоррекция жесткая, жесткая коррекция. Дальше сейчас моментики смотрим. О, сейчас опять. Опять чистый Валхарь. Даже без ВХ видно, блядь. Даже без ВХ. Вот мы смотрим моменты с его же, блядь, сука, канала. И видно, что он с Валхарем играет. И здесь, смотрите, залипает прицел. Видели, как просто залипло жестко, блядь. Сейчас момент будет вообще адовый просто. Просто инфосотая у пацана, блядь. Ебать! Ебать! Он просто четко знал, что тип слева, ебать, не справа, а это именно слева на префе уже на него выходит. Ну, это пиздец. Ну, здесь все зажимает, все у него четко контролится по помощи, блядь, аимбота. Вот, такой вот персонажик заводной зажигательный, дорогие друзья. Ну, надеюсь, пожелаем ему удачи, да, в его, блядь, бизнесе, нахуй. Вот. Ну, а с вами был Паркер. Удачи вам, любви, терпения. До скорых встреч, пока. Не уйди мне, я не пёс! You don't belong. Обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите.